Эту выставку увидят, я надеюсь, другие города. Мне кажется, что это очень было бы очень важно. Тем более здесь, в общем-то, в массе своей. Это украинская фотография, при всем при том, что это международный фестиваль. И здесь есть и русская фотография и так далее. Это первое. Я думаю, что это первая такая, как бы, первый такой импульс, который даст развитию серьезного, действительно серьезного фестиваля. И если все пойдет так, как идет, то я глубоко уверен, что Севастопольский международный крымский фестиваль будет очень значимым.